Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по криптомонете Zero. Я буду устанавливать, ребятки, кошелек. Вот. Значит, вот здесь кликаем вот на эти буковки, у кого нет кошелька. Я с этого крана выводила на биржу CRX24, но так как для российских граждан биржа будет недоступна, придется куда-то выводить монетки. Кликаем на эти буковки, и нас перебрасывает вот на такую вкладочку. Делаю все в режиме онлайн, и возможно придется с паузой делать. А может и нет. Так что не совершайте моих ошибок. Значит, вот кошелек, валет. Кликаем. Что нам тут пишут? Значит, давайте переведем на русский и почитаем. Это генератор кошелька. Так, на стороне клиента. Не забывайте свой идентификатор и пароль. У вас нет контроля над вашим кошельком. Храните резервную копию в надежном месте. Вы не сможете восстановить ваш баланс, если вы забудете свой логин. Пароль чувствителен к регистру. Любые изменения пароля заставят вас войти в другой кошелек. Значит, нужно запомнить вот этот идентификатор. Да, ребятки, будет с паузами, так как я буду это все записывать и буду ставить на паузу. Значит, создать новый идентификатор. Сюда введем пароль. Нужно кликнуть вот сюда. У вас будет идентификатор. Потом прописать пароль. Потом войти мой кошелек. Я поставлю на паузу, ребятки. Вот. И когда кликну, сделаю вот этот идентификатор, я запишу и пароль. И продолжу, когда я нажму «Войти мой кошелек». Вот здесь тоже, смотрите, информация. Вы можете использовать запоминающий идентификатор и пароль. Ну, как бы вот так это все прочесть. Ну что, пока пауза, и я все это сейчас проделаю. Естественно, это все надо делать на оригинале, ребятки. Значит, кликаете сюда, потом прописываете пароль и зайти в кошелек. Пока пауза. После нажатия, когда я, чтобы войти, у меня появилось окошко. Я перевела на русский. Там написано было создать резервную копию кошелька. Это вы уже сами. После чего я закрыла окошко. И вот и все. Значит, кошелек это наш. Это наш адрес. Вот он, адрес наш. Вот он. Его можно копировать. И вот он, наш адрес. У меня 0 монет. Здесь, если ну, при необходимости отправить, куда вам надо будет. Кликнем send. А, вот send. Отправить транзакцию, значит. Здесь будем прописывать адрес, куда нам надо будет отправить, когда будут монетки.
Сюда, наверное, сумму будем прописывать. Комиссия 85. Ну, здесь комиссии вообще нет. И сент. Так, ребятки, ну что, я сделала кошелек. Теперь же нужно что сделать? А я что хочу? Давайте-ка я зайду теперь на кран. Не знаю. Я на этом кране работала. С биржи Крекс 24 выводила. Теперь же у меня будет здесь все по нулям. Видите, у меня здесь другой, ребятки, адрес. Я не знаю, возможно, как здесь... Видите, ввожу адрес другой. Возможно, я не знаю. Может, и заблокируют мне этот кран. А может быть и нет. Но, как видим, все по нулям у меня. Жалко, конечно, но что поделать. И вот мой кошелек. Кто не знает, как собирать, кликаем. Сейчас все покажу. Вот здесь ждем. Таймер сейчас появится. Кран шикарен, конечно. Мне очень понравилось. Возвращаюсь. Эту вкладочку можно закрыть. Опять кликаем. Здесь нет минималки на вывод в этом кране. Опять кликаю. Плюс 13 167 0 вот этих сатош. Опускаемся ниже и опять кликаю. Через минуту я могу опять зайти. Вывод. Вкладочка. Вводим капчу. 9, 3, 8. И монеты отправлены. Возвращаюсь в бэк-офис. Монеты мои по нулям. Значит, переходим в кошелек. Сейчас посмотрим. Должно здесь отобразиться. Так как здесь минималки нет. Ага, видите? И мне опять надо войти по ID и паролю. Сейчас я войду и посмотрим мои монеты. Я вошла в кошелек. Вот она, транзакция сразу здесь отображается. И вот они, мои монеты. Видите, да? 13 167 0 монет. Поступить буду. Надеяться, что у меня все будет замечательно с краном. Вот. И вот здесь 0.301 0. Значит, что еще, ребятки? Это не все. Иду в экспресс панель. Пойду я сейчас на свою биржу. Так, мне надо что? Мне надо взять адрес. Копирую я свой адрес на биржу. Это же биржа, все, кирдык-пердык для России. Я хочу вывести отсюда свои монеты. Не дарить же им. Это столько труда. Правильно? Сейчас она загрузится. Так. Где моя монета? Здесь надо... Зер. Вот они, мои монетки. Зеро. Здесь вывести. Не знаю, выведу, не выведу. Значит, смотрите. Сюда я вставляю адрес, куда я буду выводить. Значит, минимальная сумма вывода 0.01.
Ну, я могу себе позволить. 0.01. Так, сумма. Ну, вот я сюда кликнула. Сумма. Так. Значит. Ага. Подождите. У них комиссия. Нам нужно вставить вот эту сумму. Или она сразу идет? Вы думаете, я помню? Даже я сделаю так. Копировать. Так, вы получите. Я должна получить. Сейчас я это постеру, вот это пропишу. Ставить. А 0.129.129.53.7.8. Ну, поставлю 5. Ага, нет, ребятки. Они комиссию берут. Видите, у них комиссия 0.05. Значит, я вот так ставлю. Значит, сумму, такую сумму я должна получить. Они возьмут комиссию. И в итоге я, блин... И ну ладно, что делать? Кликаю вывести. Так. Ой, ребятки, телефон надо мне. Тут же у них все. Код аутентификатора у них тут же. Так просто ж не выведешь. Так, где мой крекс 24? Пять сорок два. Не знаю, успею, не успею. 1.04.1.04. Подтвердить. Должно быть не менее 0. Ага. И я не выведу. О как. Ну-ка, если я пропишу сейчас, видите, вот и все, и приплыла я. Я, наверное, потеряю свои монеты. Сейчас 0.129.53.7.8. Вот так, 5. Вывести. Ну, чего-то. Ой, блин. Сейчас я попробую по новой. Ну, вот так ушки. Я, наверное, потеряю свои эти монеты. Все, что собирала, все зря. Ну, ладно. Что поделать? Сумма у меня 0. Сейчас 1.29.9.5.3.5.3.7.8.6.7.8.6. Это сумма. Это я адрес сейчас скопирую. Где это? Биржа. Ставить. И вот комиссия. Ну, на вашем балу. Ага, вот как. Нет, ребятки, ничего у меня не выходит. Ну да ладно. Что поделать? Я могу сделать еще один сбор.
обменять, я там, наверное, их и ни на что и не обменяю. Вот. Как я уже сказала, здесь минималки нет. Хотите собирать, собирайте. Вот. Что поделать? Все коту под хвост. Видео затянуло. Вы уж извиняйте. Я вам показала, как кошелек устанавливать. Устанавливайте и записывайте все обязательно. Потому что... И вот такое количество монет. У меня 9248. Сейчас оно загрузится. Я могу еще сделать сбор. Наверное, значит, видите, еще сбор. Сейчас вот здесь должно загореться, видите, оно бледное. Кликаю. Даже и капча, считай, нет. Бывает так, да, эта капча попадает. Экран замечательный. 9973. Возвращаюсь. И через одну минуту. На данный момент у меня 19221 монетка. Ну, конечно, монеты придут. Я вам показывала. Я их вывожу. 9, 6, 9. Это вывод. Все, кликаю. Все, мои монетки вывелись. Баланс у меня, видите, по нулям. Значит, вот это надо. Скопирую сейчас. Посмотрим, сколько у нас стоит монетка на данный момент. На CoinMarketCap. Биржу эту. Закрыть. Посмотрим. Почем у нас эта монетка. Zero. Видите, вот это она. Она чуть-чуть подросла. По 8 центов. Вот. Ну, на этом все. Устанавливайте кошелек. Как видим, ничего сложного нет. Единственное, сохраняем все данные. Свой ID и пароль. Вот. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.